Говоримо про підтримку зі Сполучених Штатів Америки. Відомо, що Сенат не набрав необхідну кількість голосів за законопроект про кордон із допомогою Україні. Президент Байден про провал цього проекту закону сказав, що Путін наступає. А ми що, відступаємо? Ну, поставив таке питання. І прем'єр Польщі Туск розкритикував американських сенаторів республіканців, сказавши, що Рональд Рейган, який допоміг мільйонам відвоювати свободу, перевертається у труні. Скажіть, будь ласка, виділення допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки це переломний момент, в принципі, в історії цієї війни. І якщо цього не зробити, то США ослабнуть, а світом тоді правитимуть Росія, Китай та Іран. Можна так говорити чи ні? Ну, Россия до правления, как до Киева рачки, если кто-то и будет править, то будут править, ну, серьезные экономики. А этот G7, может быть, там, посмотреть еще Индия, Китай, и больше там никаких-то нет. Россия там рядом не стояла, она там пасет задних. Это много сказано по поводу России. А по поводу законопроекта, ну, это было процедурное голосование. Готовность по голосованию у них была, они свели четыре вопроса в один. Недели полторы-две назад подчеркнули сначала, что все готовы так голосовать в этом пакете. Была информация, мы ее озвучивали, кстати, с вами в том числе. А потом вмешался Байден, не Байден, а Трамп. Вмешался Трамп, как раз пытаясь вопрос по внутренней повестке, то есть по закрытию кордона с Мексикой, перетянуть ближе к выборам, ну, чтобы еще раз на нем попиариться, вот и все. Потому они вывели этот вопрос, они просто вывели из общего пакета, решили вот на последнее время, решили вывести его из пакета, они, может быть, его и голосовать не будут вообще. По крайней мере, до выборов подымут опять где-то там в августе-сентябре этого года, для того, чтобы Трампа подсветить, какой он молодец, защищается от иммигрантов. Ну, с точки зрения предвыборной борьбы, правильное решение. Оставили всего три вопроса, наших три вопроса оставили в этом пакете, перенесли на сегодня. Процедурное голосование в 19:00 будет происходить. Причем надо 60 голосов. Вчера за перенос 58 было. А это значит, а надо было 50, то есть за перенос, за вывод можно было 50 плюс один голос, 58 есть. Вот сегодня, ну, я думаю, два голоса как-то найдут. Посмотрим, то есть это вечером 19:00 будет, это начнется, по крайней мере, рассмотрение, голосование. Я думаю, к вечеру сегодня или завтрашнему дню мы уже будем знать какой-то результат. Но это, еще раз повторюсь, это процедурное голосование на постановку вопроса как такового. В этом пакете осталась Украина, Израиль и Тайвань. То есть это как раз внешний экономический блок, который, в принципе, ну, я бы не сказал, что там есть какие-то негативные, сильно негативные моменты. Здесь уже другой механизм включится, и посмотрим. Но это уже надо смотреть. То есть сейчас как таковых договоренностей нет. Пока есть договоренность разорвать этот пакет и голосовать отдельно. Причем с переносом внутреннего вопроса туда ближе к лету. Ви сказали про те, що Трамп втрутився в цей процес, так і він саме якби впливає на республіканців. А от президент Польщі Анджей Дуда говорить, що Трамп завершить війну в Україні за 24 години. Він заявив нещодавно. Скажіть, будь ласка, як трактувати слова Дуди? Це вже Європа підлаштовується під можливого майбутнього президента Сполучених Штатів? Що це? Нет, они, скорее всего, просто объективные. То есть Дудаш, он со своей, ну, по крайней мере, со своего опыта этот вопрос поднял и сказал о том, что действительно Трамп решал вопросы очень быстро. Вопрос, в какую сторону, вот здесь вопрос. То есть вопрос быстро и в какую сторону. Но, исходя из нашего видения развития ситуации, ну, не заставит нас даже Трамп за 24 часа поднять руки вверх и сдаться Путину на милость победителя. Ну, просто не получится этого, даже у Трампа. Потому, а раз это так, прекрасно понимая такое, а Дуда уж точно понимает, что такое развитие событий невозможно, пока украинский народ защищает свою землю. Потому, скорее всего, это второй вариант, это он имеет в виду, что Трамп примет решение за 24 часа, решит вопрос именно как раз по Путину, чтобы он убрался за территорию Украины, за границы Украины. Вот это больше такой положительный момент, и он реален. Почему? Потому что как раз Трамп может принять решение просто передать достаточное количество вооружений одномоментно, сразу открыть тот же ленд-лиз, открыть и
загрузить наши войска, начиная от самолетов, заканчивая дальними ракетами. И вопрос решится действительно в 24 часа. Почему? Потому что если за 24 часа на Москву зайдет, допустим, там, ну, пару сотен Таурусов, и вопрос решится, даже еще быстрее он решится. Потому даже то только риторика в эту сторону уже решит вопрос о сворачивании военной операции и отводе российских войск за Урал куда-то туда подальше. И вот Трамп это прекрасно понимает, в отличие от Байдена. У Байдена другие вопросы, связанные еще с договорниками по Крыму, с Обамой, то есть это та обамовская тема, продажи, перепродажи, передарение Крыма, ну и так далее, тому подобное, они выпутаться из этой ситуації просто не можуть. Іване Григорович, маємо ще одну заяву. Посол Британії в НАТО Девід Кворі заявив, що Україні слід знизити очікування щодо саміту Альянсу в Вашингтоні. Очікувати значного прогресу щодо її заявки на членство в НАТО не варто. Водночас він каже, що Британія абсолютно переконана, що законне місце України в НАТО. Це питання тільки коли, а не якщо. Раніше видання Bloomberg писало про те, що Путін через посередників надіслав сигнал до США про переговори щодо припинення війни в Україні і готовий відмовитися від наполягання на нейтральному статусі України. Ви говорили про те, що британці є нашими найбільшими друзями у цій війні. Як трактувати слова посла Британії в НАТО? Чи це питання відкладається, знову ж таки, від чого все буде залежати? Ваша точка зору. Щоб не розчаровуватися, краще не очаровуватися. Тому можна говорити о определенних моментах технічної можливості. Технически возможно, да, возможно. Нас могут пригласить в НАТО на этом саммите в Вашингтоне в этом году, чтобы в течение года мы начали процедуру подписания договора. Она может затянуться на год, на полтора, на два, это не важно. Технически это возможно. Возможно технически, что нас не пригласят. Конечно, возможно. В прошлом году мы тоже надеялись, нас не пригласили. Мы последние 10 лет или 15, надеемся, нас не приглашают. По-моему, еще с 2008 года эта надежда была, по крайней мере. Сначала ее зажгли, а потом потушили. Меркель, у нее есть такой огнетушитель надежд, по крайней мере, был такой. И здесь ничего страшного нет, ни в одном, ни в другом случае. Но правильно делают британцы, как раз для того, чтобы вот именно не разочаровываться потом. Будем ожидать, вопросов нет. Отказаться от НАТО не откажемся, я скажу почему. А у нас в Конституции Украины этот вопрос забит, зашит в Конституцию Украины. Это договор. А что такое Конституция? Это договор между, общественный договор между населением и властью. Потому власть будет выполнять этот договор, никуда она не денется. Для того, чтобы отказаться от движения в НАТО, нам надо изменить Конституцию. Не так это все просто уже. Тем более в военное время. Это просто нереально. Потому эту тему вообще можно не поднимать, не проговаривать. Статусы, не статусы. Мы уже однозначно в НАТО будем двигаться. Вопрос времени, да, вопросов нет. Определенных механизмов тоже этот вопрос, но он решается. Он даже решается сейчас. Вот эти договора, которые заключаются с странами, в основном натовскими, вы посмотрите, в основном натовские страны. Эти договора уже такая готовая калька будущих договоров в НАТО. Потому что для того, чтобы вступить в НАТО, надо с каждой из стран натовских, сейчас уже вот Швеция будет 32-й, 32 договора нам заключить, мы уже часть договоров заключили. И дальше двигаемся. Опять это технические моменты. Те заявления, которые, допустим, как-то несутся со стороны Москвы, на них можно вообще внимания не обращать никакого. Почему? А потому что не получится, как бы какие бы хотелки у россиян не были, кто бы там те же представители Европы, Соединенных Штатов, неважно, какого бы уровня они ни были, даже самого высокого, Эрдогана и так далее и тому подобное, они никак не повлияют на народ Украины. Мы потеряли сотни тысяч жизней. Сотни тысяч жизней потеряно гражданских, военных, умножьте на 10, на 50 тех, кто их знали, на 100. Это десятки миллионов человек, вовлеченных в эту войну, уже нельзя ее остановить. Мы остановимся только тогда, когда восстановим свою территорию. Это же основная задача. Основная задача не остановить войну, восстановить территорию. Почему у вооруженных сил Украины, у любого военнослужащего в присяге забито два основных посыла? Восстановление, вернее, сохранение территориальной целостности и суверенитета государства. И
военных вы сейчас уже не остановите никак. Не выйдет какой-нибудь, неважно кто, и скажет, ну все, стык в землю, я снимаю с вас клятву, данную народом. Ну так народу. Так не получается, народ Украины, уже и погибли сотни тысяч человек. Потому эта клятва будет работать, и сотни тысяч, а уже и миллионы военнослужащих будут выполнять основную задачу уничтожения армии противника, где бы она ни была. Потому, допустим, даже просто вбросить в общество или в армию, тем более, такое заявление, это просто стать на сторону врага и быть уничтоженным. Причем сразу, никто же спрашивать не будет. Только заикнитесь о каких-то переговоров с врагом или о не военном, не огневом контакте, вас же сразу уничтожат, рядом стоящий военный. И это будет выполнением его клятвы, данной народу. То есть уничтожение врага и сохранение территориальной целостности суверенитета. Потому что любой, предлагающий нам на какой-то контакт или мирное соглашение до выхода на госграницу, является врагом, подлежащим уничтожению. Вот и все. Вот представьте, за этими всеми людьми, переговорщиками там всякими разными, будут гоняться как минимум около полумиллиона, а то и миллион военнослужащих. Для чего? Для того, чтобы уничтожить. Никто же их судить не будет. Зачем? Уже не надо. Они и так себя раскроют. Потому я даже не знаю, какой механизм может быть каких-то мирных переговоров. Их просто не существует. А еще после того, как уже даже президент в прошлом или позапрошлом году, это же было четко не один раз заявлено, никаких переговоров, пока не выходим на госграницу. Закон у нас есть о том, что эти переговоры вестись не должны. Не получится уже в заднюю здесь включить. Ну а тех переговорщиков, которые 27 марта 2022 года там допереговаривались в Стамбуле, ну у них судьба, я вам так скажу, ну не завидная это точно.